не то, что признательность, а уважение, что в каждом у вас частичка своего отца я вижу. Потому что он своему любимому делу, ну, сказать, посвятил всю свою жизнь и делает с искренней добротой. Я считаю, что этот человек был, даже не хочется говорить, был, я постоянно ощущаю, вот, что он рядом. На самом деле, вы про него говорите, а я знаю, что вот он здесь, вот, чувствую его просто-напросто. Это человек, который обладал стальной волей, давай с ним так, и справедливым сердцем. Его воля заключалась всегда и во всем. Даже когда вот он боролся, завоевывал свои медали. Потом, когда он занимался тренерской работой, отдавал все свои силы, умения, знания. Вот вам, ребят, в каждом вас его есть частичка, вот как кто-то здесь вот сказал. И то, что вот он обладал сердечной добротой, это тоже он вкладывал всего себя в своему любимому делу. И в каждом юном даровании, тогда вот вы были все молодые, кто тут повзрослее уже стал, он, как сказать, видел.